В 24-й Чебоксарской школе детей будут обучать основам инженерии. Учебное заведение выиграло грант от Министерства просвещения за образовательный проект «От школьного класса к рабочему месту» и получило почти 6 миллионов на создание цифровой лаборатории «Коллаборация». Показать, в чем состоит работа инженера и программиста на современных предприятиях, и дать школьникам возможность примерить на себя эти специальности. В этом основная идея цифровой школы «Коллаборация». Ее откроют здесь на грантовые средства в начале октября. Предполагается создание интерактивных панелей, создание передвижного кабинета информатики, создание кабинета технологии. И по информатике тоже в кабинете информатики, чтобы было все современное оборудование. В школе появятся 3 цифровые лаборатории для занятий математикой, информатикой и технологией. В них дети научатся составлять расчеты и писать программы для производственных цехов предприятий. В учебном заведении уже наметили места, где будут располагаться полезные гаджеты. В этом коридоре будет поставлен интерактивный стол для того, чтобы дети во время перемен с помощью игр изучали отдельные предметы. Цифровым технологиям здесь будут обучать школьников не только 24-й школы. К углубленному изучению точных наук в современных лабораториях планируют присоединиться близлежащие учебные заведения. Ориентированность гранта заключается в том, что это не узколокальный какой-то проект, а проект, который охватывает в том числе и близлежащие учреждения. В частности, вот здесь 50-й садик, ряд других школ готовы сегодня включиться в проект, который будет под эгидой 24-й школы проводиться в данном микрорайоне. В этом году проекты 9 учебных заведений Чебоксар получили гранты на общую сумму более 20 миллионов рублей. Все они направлены на подготовку школьников по инженерно-техническому профилю.